Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня хочу я вас ознакомить моей работой. Вот шаман на Бурхане, на мысе Бурхане вызывает духов. Ну, там на Байкале, именно вот на Бурхане, там постоянно идут какие-нибудь проходят ритуалы, шаманы проводят обряды. Но здесь как бы обряд вызывает духа. Но я взял духа медицины, как здоровье и прообраз духа медицины. Как бы образ может быть разным, лишь бы в зависимости от информационного сознания, да? Но главное что? Главное здесь как бы сам ритуал шамана, бьет бубны, вызывает молоко. Молоко, которое он ставит для того, чтобы как бы дать дань духам, духи проявляются и проявляет образ ну, медицины, да, там, допустим, многих ранговых этих духов, как бы, вот духи, как бы, вот эти яркие, ну, изображения, да, вот эти как бы шары, да, такие, как бы это дух, духи светлые. И происходит ритуал. Как бы еще один такой же ритуал, но уже немного другой шаман. Вот еще одна работа, тоже на Бурхане проходит. Как бы вот только же, тоже духов медицины. Я говорю, образ может быть разным. В зависимости, как бы это тоже вызывает духа, просит здоровья, долголетие, ну и, конечно, процветание всему миру. Ну, шаманизм у нас как бы в Бурятии очень развит, и поэтому как бы люди с поколения от поколения передают знания, как вступать в транс, как создавать энергию, как общаться с духами. И еще одна работа. Размер примерно этих работ примерно 40 на 50, где-то так. Вот они как бы квадратные. Если это чуть побольше работа, это то же самое. Бурхан, бурят приехал на лошади, расседлал ее, поставил ритуал, молоко, как дань. Ну, там тоже везде молоко, я как ритуал, часть это как кормящиеся, да, материнским молоком, и поэтому как бы духи, это как бы дань самая, ну, считается мысленной формой, конечно. Не обязательно, чтобы материальная сторона была бы, чтобы была мысленной формой. Ну, и тоже подпитка энергии просит, тоже так же просит у духов, чтобы дали помощь, материальность и благо, и все остальное, здоровье своим близким, родным. Ну, в такой теме. И, в общем, эти три работы как бы в одной теме информации. Сообщение шаманов с тонким миром. Не только шаманов, а именно просто бурят, который приехал отдать дань. Как бы ритуалы. Разжигает огонь. Ступа толчет траву, чтобы сбрасывать. Для духа вызывает. И там четки, и нож. И вдали как Бурхан, и на дереве там, вот в этом дереве вешают веревочки, вешают ленточки. И вот эта тема, которая вчера я немного еще доработал, здесь ответил, но как бы на мобильном телефоне он еще слабый. Не так показывает, но я высветлил еще, но еще сейчас стало более ярким и проработал камешки. Тут тоже поймать надо. Ну, в общем, вот в первом видео там как бы оно немного еще было не просветленное, а сейчас я более просветил еще про этого и русалочки вот этих доработка. Но тема вот эта, которую я три картины вам показал. Без рамки. Кто захочет, пишите. Приобрести, пишите.
отзывы там, ну и все остальное. Всем пока, хорошего настроения.